Добро пожаловать в базовый лагерь. Я выбрал именно этот, потому что он находится в центре Аравис. Оглянись вокруг и сразу поймешь. Я присмотрел для тебя в окрестностях одно классное местечко. Самое время отправиться туда. Вокруг много таких мест, но чтобы попасть туда, нужно вычислить лучшую точку для старта. Самое время вернуться в базовый лагерь и осмотреть окрестности. Пора достать бинокль и получше осмотреть зону высадки. Оптика очень полезна, когда нужно отыскать новые трассы или места. Не забывай регулярно пользоваться биноклем. Так... Уверен, место совсем... Отличная работа! Новые зоны высадки — это новые испытания. Никогда не упускай шанса разведать интересное местечко. Кто-то из спортсменов говорил мне, что здесь есть сноупарк неподалеку. Как насчет попрактиковаться в исполнении трюков? Собирайся! Отлично! Честно говоря, я эту разминку провел не просто так. Хотел продемонстрировать команде Red Bull твой талант. Ведь эти ребята — организаторы Ultra Natural.
И тебе удалось произвести на них впечатление. Приглашение у нас в кармане. Собирайся, нельзя пропустить такую возможность блеснуть мастерством. Red Bull сейчас взялись за дело как следует. Они устраивают серию потрясных событий, где соревнуются только лучшие из лучших. И ты среди них. Нужно громко заявить о себе. Поэтому не стесняйся. Делай лучшие трюки. Покажи, чего ты стоишь. Ультра Natural — это только начало. То ли еще ждет нас впереди. Потрясно! Я просил устроить для фанатов незабываемое шоу, и вот оно! Толпа вокруг просто сходит с ума от твоих выкрутасов. Помнишь то местечко, что я подыскал для тебя? Самое время туда отправиться!